благотворное влияние экстракта боярышника обыкновенного на нейроповеденческий дефицит и повреждение мозговой ткани, вызванные инсектицидной смесью дельтаметрина и хлорпирифоса у взрослых крыс линии Вистрома, изучалось в одном из исследований. Пестициды, такие как фосфоорганические и пиретроидные, широко используются на сельскохозяйственных полях, что может значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Люди подвергаются воздействию пестицидов через кожный контакт при дыхании и проглатывании вследствие профессионального воздействия. Полученные данные показали, что введение смеси дельтаметрина и хлорпирифоса вызвало значительное уменьшение сывороточного ацетилхолина и повреждение ДНК, о чем свидетельствует фрагментация ДНК мозга. Кроме того, поведенческие тесты с использованием открытого поля и приподнятого лабиринта показали нарушение распознавания памяти. Результаты показали, что алкогольный экстракт плодов боярышника обыкновенного или витамины, такие как Е и С, в связке, значительно облегчали нейроповеденческие изменения, снижали перекисное окисление липидов в мозге и восстанавливали антиоксидантные параметры, как супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион до нормальных уровней. Кроме того, введение алкогольного экстракта боярышника обыкновенного улучшило фрагментацию ДНК мозга и гистопатологию у крыс, обработанных дихлорфлуоресцинином. Все результаты показали, что экстракт боярышника, богатый полифенольными соединениями, обладает потенциальным антиоксидантным действием на комбинацию окислительного поражения головного мозга, вызванную как дельтаметрином, так и хлорпирифосом.